всей карте. Ух ты! Загорелся! Друзья, всем привет! В этом ролике мы разыграем игру BMG Drive. Что нужно сделать? Лайк, коммент, подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напишите мне в Дискорде, в Телеграме, ВКонтакте и забирай свою игру BMG Drive. Всем успехов! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня играем BMG Drive, и я буду проходить миссии, которые встроены в эту игру. Сегодня у нас миссия, где я должен за полицейского остановить грузовик. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем проходить миссию. Ну что, покажем, на что мы способны. Это будет очень сложно, потому что все-таки разный вес у машин. Ну, я попытаюсь. Не знаю, с какой попытки это получится, но я буду стараться. Так, сначала будем пробовать по-наглому. Прям заеду впереди и буду нажимать тормоз. Представьте, с первого раза получится. Это, конечно, будет очень простая миссия. Кстати, в этой игре очень много классных сюжеток, так что если наберется 1000 лайков, я буду проходить прям все. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Он объезжает, нифига себе, у него прям есть интеллект какой-то. Ого, нифига себе, да ладно, он даже так может заглючить. Эх, стой. Нифига себе моща. Смотрите, закусился с ним. Но нет, я не сдамся. Я не сдамся. Стой, подлец. Уху, ты что? Варя, ты смотри. Задним ходом. Я даже быстрее его задним ходом, чем он. Мужик, ты чего? Стой, стой, псих, а? Что-то везет видео запрещенное или что-то. Бандит какой-то. Мы его остановим. Мы же полицейские или кто? А ну давай! Нифига себе он жмет, я не могу его догнать. Так, так, здесь, мне кажется, очень опасно пытаться его останавливать, потому что он меня может впихнуть просто в столбы, и моя тачка разлетится. Да, надеюсь, что в этой серии я его смогу остановить. О, может попробовать его заставить врезаться в столб? Давай! Во-во-во-во-во! Ух ты! Нифига себе! Чувствуется, что он намного тяжелее, чем я, и вообще ему никакого урона не наношу. Но я буду пытаться до последнего. Не, он в столб не хочет резаться, подлец такой, а? Вот это меня колбасит. О, там пусто. Кстати, ничего не везет. Просто какой-то угонщик. В столб, в столб, в столб. Не хочет столб. Смотрите, как сопротивляется. Моя машина уже вдребезги левая часть. А ему нифига. Не хочешь, да? О, вроде получается. Он останавливается. Как колесо у меня. Не, нормально. У него вообще нифига. И что, мы так и будем ехать? Так, давайте немножко вперед будем заезжать. То слышь, псих! О, буду тормоз, я закусился с ним, буду тормоз пытаться нажимать. И ручник. Что, он сбрасывает? 20 км едем, он все равно не хочет сбрасывать скорость. И чего ты? Отпусти меня, псих! О, отлично, я вырвался, ребята. Вырвался на свободу, он разгоняется. Слышь, ты, псих, стой. Ой-ой-ой-ой, сейчас тачку меня развалит. О, так я буду ехать, отлично. Ребята, все по плану, он тормозит. Он тормозит. Да-да-да-да-да, скорость вроде падает у него. Нифига, он на пониженную включился и тащит меня. Вот это мощь у него. И чё? Может, здесь он все-таки остановится, я пройду эту миссию. Есть, я прошел. Ах ты, тварь, на пониженную переключился и все равно вытолкал меня. Моя машина в мясо. На подъеме смогу его остановить, на подъеме можно. О, что-то времени идет, когда я его застопорю. Пять. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну ты подлец какой, а? Смотрите, не хочет мне даваться живым. А вот так вот. Назад, 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 вперед. Блокируем, блокируем. Три. Два. Один. Ноль. Есть! Я прошел! Отлично! Мне понравилось! Так, ну что, давайте попробуем еще раз эту миссию пройти, только более быстрее это сделать. Мне кажется, я долго это очень делал. Сейчас попробуем побить свой рекорд. Давайте сейчас попробуем сделать, чтобы он поехал не направо, а налево. Ну попробуем, сможем мы это сделать или нет? Мужик, привет! Это я. Помнишь меня? Хе-хе! Отлично!
Отлично. Дай вперед заехать. Вот так вот. Во-во-во-во-во-во. Пойдет. Пойдет назад. Назад. Ах ты подлец такой, а. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Во, отлично. Отлично. Назад, 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 назад. Да ты смотри, расковырял мою тачку и нифига. Да таки он едет сюда право, значит у него заскриптовано так ехать. Да что ты делаешь, а? Да смотри, какой наглый. Во, отлично. Ах ты, а. Я задним ходом очень быстро еду, кстати. Бум. Так, если он оторвется, я проиграю. Сейчас будет отчет времени идти. Надо быстро-быстро догонять его. Нифига себе у меня машина раскорила. Ну, главное, что находовка на ходу. Колеса на ходу. Все отлично. Разгоняемся. Так, давайте с этой стороны попытаемся заехать. Бум. Ого. Это было жестко. Ух ты. Быстрее разворачиваемся. Давай, машинка моя. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это мясо, он своей тачки сделал догонять, он сейчас время отпадет, и я проиграю. Скорее, может, то и было лучшее время, которое я мог сделать. Но я буду пытаться. Вон, я его вижу, не так уж далеко я оторвался. Немножечко управление сбилось, тянет в левую сторону. Приходится подрулевывать постоянно. Отлично. Отлично. Тихо, не психуй. Да что ж такое, а? Нифига себе он удрал. Смотрите, сотку едет, сотку. Нифига себе, на грузовике вот так вот. Ничего себе он увалил. Мужик, ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой, сам себя подписал. Ну ничего. Ах ты, зараза такой, а? Ничего. Ментовская машина просто развалена уже. Ну ничего, мы продолжаем. Смотрите, сколько я еду, 120, не могу его догнать. Это ж сколько он по трассе жмет. Да, получается, я здесь уже начал стопорить. А он поехал на в этот раз по другой дороге. Получается, у него нет скрипта, у него сюда по разному пути он едет. Смотрите, что он по трассе делает. 160, не могу догнать его. 170. Сколько уж он едет, а? Так, может, где-то его здесь занесет на такой скорости или что? 160, лупаша. Смотрите, он едет 160, получается, да? Тихо. Меня начинает носить на такой скорости. Эй, мужик, я тебя не могу догнать. У меня машина не настолько быстрая, как у тебя. Ого, его аж заносит. Аж прыгает. Ой-ой-ой-ой-ой, на боки. На боки ложится. Ух ты. Тихо. Я аж не знал, что так будет. Ух ты. Его тоже понесло. Ах ты, зараза. Смотрите, едет дальше, а? Первая попытка была очень удачная, вторая не очень. О, я думал, что они ведут себя заскриптованно. Они ведут себя всегда по-разному. Получается, каждый раз, когда будешь проходить миссию, она не будет одинакова. О, запчасти вываляются. Не надо? Калиточка от грузовика. Так, он поехал направо. По всей карте. Ух ты! Загорелся! Блин, ну это не считается за остановку, потому что он сам врезался. Сейчас будет у него еще одна попытка, только в этот раз как-то я не знаю. Жестче не получается, он не дает нам. Хорошо. Я не отчаиваюсь, ребята. Сейчас мы его остановим. Просто я в этот раз хотел прям сильно, знаете, остановить. Но грузовик оказался более агрессивнее, чем я думал. И ведет себя сюда по-разному. То есть, классно. Разработчику респект такое придумать. Ого, его там носит. Даже слышу, как резина скрипит. Так. Попытаемся ему не мешать и посмотрим, поедет он прямо или направо. Давайте заставим его повернуть налево. Так, мужичок. Сейчас мы тебе будем мешать, чтоб ты не повернул. Блин, у него грузовик получается немножечко даже быстрее, чем моя тачка. Так, не даем. Ты тварь, а? Да что... Тебя гуси видели. И что это у нас? Я таким образом его, наверное, не остановлю. Ну, попытка хорошая. Ой-ой-ой. Давай, наваливай. То злой у нас сегодня водитель на грузовике.
Ух ты, как его заносит смачно. Так, это мой шанс вырваться вперед. Нажать тормоз. Бум! Отлично, отлично! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Слышишь, ты, тягач дебелый? Смотрите, я прям передними колесами шлифую, чтоб не вырвался, зараза такой. Он еще разгоняется, ты мне резину все вытришь. Ой-ой-ой-ой, осторожно, там стол поможет мне в стол впиляхать. Да стой ты, зараза такая, а? Я не сдамся, буду до последнего так стоять перед ним. Нет, чувак, нет. Отлично. Все, тормоз, просто тормоз держим. Отлично, это будет самый лучший результат, если он сейчас остановится. Для него моя машина просто пушинка. Хотя я вижу, что грузовик очень сильно напрягся. И чего, так и долго будет продолжаться? Нифига себе, сколько протащил меня уже. Метров, это полкилометра точно протащил меня. Я держу тормоз. А он едет и едет. Ну зараза такой, останавливайся уже. Я же полицейский. А, тут на контрол не работает. Знаете, как предметы вырывать? Миссия убрали, чтобы ты не считерил. Чувак, ну ты остановишься сейчас. У него, знаете, что может быть? Перегрев двигателя. Да-да-да, здесь такое может быть. Двигатель перегревается и тяга пропадает. А я вижу, с глушителя у него уже идет такой черноватый дым. Да-да-да, это может как-то сработает. Но двигатель не перегревается у него, не? Мне кажется, если бы даже было две машины впереди полицейских, он бы все равно их тащил. Ну, мужик, что ты? И движок не греется, ничего. Грузовик, мне кажется, рассчитан на такие тяжести, нагрузку на двигатель. Ничего не происходит. Но мы ждем. Я не сдаюсь до последнего. Во-во-во, что-то уже происходит с движком. Или он переключился на более ниже передачу, или что-то с движком. Должен уже идти или белый дым, или что-то с глушителя. Это означает, что двигатель перегрелся. Вот трубы, как смотрите, вибрируют, а? Это ж да всю жмет. Да, способ-то не сильно рабочий. Ну, классно, едем себе. Весело же. Сколько так будет продолжаться, я не знаю, но мы едем. И колеса не лопаются, ничего не происходит. Очень прочная машина у полицейских. А еще с горочки, чтобы на скорость набирать даже. Тихо, тихо, тихо. Я думал, сейчас он как-то или свернет, или что-то, а он ничего не делает. А, черный дым пошел с двигателя. Отлично. Ах, он зараза. Дает дальше газу? Ничего не происходит, но очень интересно. Грузовик, давай уже прекращай, останавливайся, мне надо тебя остановить. Это какая-то погоня. В GTA за такое дали 3 звезды точно уже. Но если его сейчас отпущу, он даст газа, я его не догоню. Придется вот так и ехать. Сейчас там туннель кончится, и там будет идти подъем вверх. Вот как сейчас тут, смотрите, вверх идет подъем, и он сейчас остановится. Не хватит мощи. Не хватит. Во-во-во-во-во. Отлично. Как говорится, главное быть упертым. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. It's delicious.